Кандык – один из самых красивых майских первоцветов. Раньше его употребляли в пищу и даже лечили с помощью него болезни. Но сейчас кандык внесен в Красную книгу России, и им можно только любоваться. Именно поэтому период цветения в селе Плотниково отмечают с особым размахом. В этом году у нас уже группа туристов приезжали, им очень понравилось. Цветение начинается, обильное цветение у нас где-то с 6 мая, и вот на данный момент он еще цветет. Где-то 2 недели у него цветение происходит. Реликтовое растение, редкое у нас, оно вот в Косейкинском районе только у нас, больше нигде нет этого растения. Вот, красивый цветок, к семейству лилейных относится. С лилейными кандык объединяет прежде всего луковица, из которой он вырастает. Именно ее форме растения и обязана своим названием. С тюркского языка в переводе «собачий зуб». А назвали, потому что сама луковица похожа на клык собачий. Кандык для жителей Плотниково – это не просто красивое растение и событие для экотуристов, но еще и ремесло, и направлено оно на благотворительность. Мы ходили, делали вот такие кандычки. Это долгое время мы делали, и все вырученные деньги мы планируем направить на подарки юбилярам, пенсионерам, начиная с 60 лет, 60, 65, 70, и покупаем памятные подарочки. А для остальных жителей села подарком стал сам праздник, который проходит уже второй год. В этот раз на нем выступили музыкальные коллективы, организовали развлекательные площадки и даже приготовили традиционную вологодскую выпечку – тетери и пряженики. Ведь именно с берегов Вологды во время войны сюда переехали многие старожилы. А сейчас на цветение кандыка в Плотниково едут люди из разных регионов и сел. Праздник очень хороший, все нравится, очень много площадок, спокойно, празднично и по-деревенски, наверное, тихо как-то. Я восхищена работами, которые у нас находятся в Доме культуры. Да, мастера все-таки плотниковские – это действительно таланты. Плотниковские таланты надеются, что в будущем их труд, как и сам кандык, сможет увидеть как можно больше людей. Уже в этом году, по заверению главы села, начнут ремонт дорог не только в Плотниково, но и на пути к нему. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.